Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Mazda CX-5 2017 года в голубом цвете. Бензиновый двигатель объем 2 литра, мощностью 150 лошадиных сил. АКПП, передний привод. Литые диски, хорошая резина. Установлены хромированные вставки. Пробег 128 тысяч километров. Пройдемся по салону. Темный ухоженный салон. Не прокуренный. Спорт режим, подогрев передних сидений, подогрев руля, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, голосовое управление, круиз-контроль, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. Сто два, 98, 89, 92. 91.